держит ситуацию под контролем, держит руку на пульсе. В команде «Кристалл» является как раз Юрий Крашенинников. Он не дает партнерам расслабиться, если что. Мотивацию приводит в порядок. А сейчас какой гол! Юрий Крашенинников вот так явно навесить хотел Юрий. Хотя, кто знает, кто знает. Это может быть обманочка, да, вот Краша. И 6-2. Перехитрил Максима Долгополова Юрий Крашенинников. Красавец гол. Да, перебросил. Очень красиво. Ну и чувствуется, да, что вот те внушения от тренерского штаба «Крыльев Советов» Максиму Долгополову были не просто так.